Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Северные циклоны наступают на Якутию и разворачивают сибирский антициклон, опуская к югу его холодное восточное ядро и поднимая к северу теплый западный гребень. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 13 апреля без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. В темное время суток температура воздуха составит 2,4 ниже 0. В дневные часы воздух прогреется до плюс 10-12 градусов. В последующие дни осадков также не предвидится. 14 апреля ночью около 0. В дневные часы ожидается 14-16 со знаком плюс. 15 в темное время суток около 0. Дневная температура составит плюс 16-18 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!